Жизнь. Домик небольшой на 4 квартиры. Наша вот где занавеска. Сейчас пойдем во двор. Посмотрим, что во дворе. Проходить приходится через калитку соседей, потому что участок нашей бабушки находится посередине. Вот еще есть через квартиру. Но сейчас я в ботинках, не буду носить грязь. Не знаю, слышно что-нибудь из-за ветра. Сегодня у нас большой ветер. Итак, бабушкин участок в деревне. Она его использует как дачный участок. Зимой она живет в городе, а летом сюда приезжает. Тепличка. Вот такая с виду тепличка небольшая. Я тоже такую хочу. И помидорчики. Смотрите, какие помидорчики. Красные, краснеют тоже. Перчик висит. Здесь еще была редиска, но сейчас ее уже съели. Посмотрите, сколько помидоров. Краснеет прямо на ветках. Красота какая. Прям помидорный рай. Так, это у нас теплица. Бочки, где вода стоит для полива. Клубничка, грядочки, на грядочках у нас свекла растет, морковка, лучок и много укропа. И клубничка, клубничка уже отошла, уже оставшиеся клубнички. Какие-то одинокие висят. Старая клубника, надо ее уже менять на новую. Вот там я что-то красненькое вижу. Сейчас я соберу. Нет, нет, показалось. Капуста. Капуста. Закручивается в кочаны. Вот такая вот капуста. У нас кабачки. Кабачки, а еще есть там огурцы. Ведем фоторепортаж. Фото-видеорепортаж с места действия. С места действия. Ведите, ведите. А что-то огурцов-то уже этот самый. Что, есть огурчики? Побольше. Так, расскажите секрет. Какой? Секрет выращивания хороших огурцов. Побольше навоза, почаще поливать. И весь секрет. Используете ли вы пестициды? Нет, кроме этого. Все, уже выбрала эти. А это грунтовые огурцы, да? Специальные, которые в грунт, прям в открытый. Нет, они в открытый. Это у меня же как в парнике. Открытый там, вот у меня посажено. Ну, не сваренькие, сколько так. Еще. Ну, это да, еще впереди. Вам еще хватит. А это излюбленное лакомство наших детей. Горох. Здесь можно найти толстенький горох. Толстенькие стручки. Потому что сейчас они пока еще только-только начинают зреть хорошенько. Поэтому их надо искать. Картошка. Картошки немного. Всего лишь немного. Так, чисто выкопал и покушал. Кустик черной смородины. Кустик 2-3. Три кустика наши. А, крыжовник. Крыжовник. И еще маленький крыжовник. Тут у нас Стася посадил. Горох посадил Стася. Он тоже еще стручки есть, но совсем еще тоненькие. Чуть-чуть сунул. Тут у нас ванны. Дети у нас купались.
А тут животные наши привязаны, чтобы... Ай, не убежали. А смотри, кошку хвостом бьешь. Ну, Челси. Дочку же обидели меня, да? Обидели. А это баня, которую мы делали. Челси, не вопи. Банька. Так, заходим. Здесь переодевалка. Здесь Челси натворила. Что-то здесь спала. Походу дела все уронила. Во-во. Показываешь мне, да, как тебе здесь хорошо в баньке днем сидится. Вот это ты где нашла? Вот стиральная машина. В этом году, кстати, приобрели стиральная машина с бачком. Наливается сюда вода. Так как здесь нету водопровода. Вернее, водопровод есть. Ну, такой летний водопровод. Заливается в бачок вода. И все, и оно стирается. Как обычная стиральная машина. Купили специально, чтобы бабушку немножко освободить. Потому что трое детей, трое внуков. Это очень сложно стирать за всеми. Это у нас печка. Печка топится вот со стороны раздевалки. Здесь белье. Уберем пока вот так вот белье, чтобы более-менее посмотреть на раздевалку. Вот так вот она выглядит. Даже немножко отойду. Ну, такое большое пространство. Очень свободно, и это очень радует. Потому что после бани выходишь такой потный, и хочется немножко свободы. Переодеваться нормально, не ютиться. Это печка. Печка у нас топится отсюда. Дрова. Топится, нагревается у нас парилка. Вот сюда заходим, это основное, где мыться. Бачок. Бачок нагревается через печку, получается, в парилке. Вот эта парилка. Ух, здесь уже жарко. Вот сейчас она топится, а здесь темно. А свет включить. Вот здесь свет у нас. Оп, свет включили. Челси, выйди. Сейчас баня у нас топится. Скоро мы пойдем в баню. Вот такая вот печка. Труба открыта. Вот там вот трубы проходят через печку, получается, и к бачку. Бачок нагревается. Горячую воду берем с бачка. Сейчас она сколько там показывает? Больше 100. На самом деле этот градусник врет. Ничего здесь не больше 100. Сейчас меньше температура. Вот такая вот мойка. Помещение для мытья. Или как назвать по-другому. Там, где мыться. Там париться, здесь мыться. Вот холодная вода в бочках. Горячая вода в бачке. Наливается, все смешивается. И все, и можно мыться спокойненько. Мочалочки, шампуни. Фелиска, выходи отсюда. Выходи, я зайду. Ой, выйду. Фелиса. Репортаж веду. Фелиса, выходи. Там Стас ищет тебя. Хочет найти, где кофта у него. А, все кофты. Здесь, кстати, кофта черная висела. Ну, Фелиса, я закрываю дверь. О, печка. Леня открыл печку. Можно печку посмотреть. Сколько раз подкидывается, чтобы там была прям кипела уже вода и была температура в парилке хорошая? Три? Ну, ты же второй раз подкидываешь уже? Не знаю, я считаю. Ты считать не умеешь? Не умею. Умеешь? Не умею. Не умеешь? Жалко. Кофта, кофта. А это домик, который Дёма колотил. Заколотил окно. Челси, фу. Заколотил второе, но потом снял все эти доски. Мы ему разрешили колотить. Пусть практикуется. Дверь, которая практически отламывается уже. Чего у них тут за беспорядок? Тапки. Скамейка, столик. Чердак, на который они там лазают. Посмотрим, что там на чердаке. Пила здесь осталась. И чердачок такой. О, тут, кстати, книжка. Чудно. Шашки.
Чего тут только у них нету? Я, кстати, смотрела, искала все лол. Здесь нету, по-моему, ни одного лол. Игрушки. Вот такой вот тут домик у них. Ну и сарайка бабушкина. То есть это баня. К ней пристроена сарайка, в которой... Ну, между ними какое-то расстояние есть. В одной сарайке у бабушки все инструменты для сада, огорода. Все сюда сложено. И вторая. Вторая там чисто дрова. Чисто дрова для бани. Для дома. Ну, для дома другая сарайка. Для дома у нас впереди сарайка есть. Сейчас тоже покажу. Пойдем через... Вот отсюда вот так вот участок выглядит. Вот наша терраса. И вот так вот получается вдоль террасы вот этот весь длинный участок. Это бабушкин. Коров увидела. Решила пойти к коровам. Вернее, к забору. Показать, где коровы гуляют. Тут у нас стадион. Такой. И коровы мимо сейчас проходят. Сколько их? Тут немного коров уже осталось в деревне. Но они вот так свободно гуляют. Где хотят, там и ходят. Если не загородишь свой участок забором, они обязательно придут и съедят капусту и все такое. Все твои... Весь твой урожай. Вон там собака тоже гоняет коров. Пастуха здесь нету. Коровы ходят сами по себе. А потом приходят домой. У наших соседей тоже корова есть. Она всегда приходит вечером и мычит. Вон там коров. Довольно-таки много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 коров. Дедуля идет, даже не боится. За ним идет бычок. Малыши гуляют вместе с коровами, с бычками. Все вместе, но это коровы всех от разных хозяев. Они просто днем гуляют сами вместе с друг другом, друг с другом. А вечером расходятся по домам. Так, вернулась я к калитке, в которую я зашла. Сейчас хочу показать наш дровяник, который как раз для дома. Дрова здесь, чтобы ближе. Те дрова для бани, а эти для дома. Такой дровяник Леня построил в прошлом, по-моему, году или позапрошлом. Сегодня в этом году мы покрывали робирой там снова второй раз. Вот такой дровяник. Складывали тоже две поленницы огромные. Потом привезут еще свежие дрова. Бабушка сложит уже сюда. Такой довольно-таки просторный, хороший дровяник. Вот так вот. Какие-то вещи тут еще, палки хранятся. Все продувается. Досточки сделаны так, чтобы продувалось. Ну, вот так вот. Сейчас покажу немного деревню. Не всю, конечно. Вот эта улица, где мы живем. Она, в принципе, недалеко от центральной улицы. Центральная улица проходит параллельно этой улице. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там еще есть. Сейчас посмотрим, где наши мальчишки гуляют. Куда-то пошли, наверное, в магазин. До магазина дойдем. Очень много здесь заброшенных домов, заколоченных. Вон там вороны на стадионе до сих пор. Ой, кто? Коровы на стадионе до сих пор гуляют. Некоторые дома жилые, некоторые нет. Где-то вообще все снесено. И уже такие пустыри. Сейчас посмотрим, вон наши, по-моему, там на детской площадке. Улочка, перекресток. Вот там вот у леса еще одна параллельная дорога идет. И все, в принципе.
туда, если пойти, там школьный двор. Дойду я до туда или нет? Мы пойдем сюда. То есть вот та наша улица, я повернула сюда к магазинам. Вот это зеленое здание, бывший магазин, уже не работает, которое вот такое старенькое впереди. А вот с левой стороны зеленый, ярко-зеленый, вот это как раз магазин, который сейчас функционирует. Вообще получается три магазина в поселке. Вот эти два основных на центральной улице и еще на окраине есть еще один магазин. Там более такие, там все подряд продается. Вот это вот детская площадка. С левой стороны все детки здесь гуляют. В прошлом году построили там такую карусельку, качельки гуляют. А вон наши детки с Надеждой Игоревной идут. Гулены. Стася без кофты. И Мияшечка. Песочница, горка и гулёны есть. В магазин ходили. Куда ходили? Где были товарищи? О, в магазине! Мияшечка на велике Мияшечка! Дашуля, подружечка. За Мияшечкой бежит. Вот этот магазин. Это один. И второй зеленый работает. Это главное здание. Как это называется в деревнях? Мэрия. Короче, не знаю, как называется. Да, у Лёни спросить, как называется нынче в поселках. Вот оттуда мы приехали и завернули вот сюда. Дом культуры, там это молодежь. Клуб. Клуб, да. Ходили на дискотеки туда? Да. А там впереди школа голубая, голубого цвета. А вот это заброшенная школа. Где? Старая. А, там, ну это не этот дом, через дом, отсюда не видно. Вот она школа. Старое здание школы, новое здание школы и коровы, площадка, школьная площадочка, колесики, какая-то лесенка и каруселька там далеко. Вот, короче, здесь школа и это улица, которая ведет прямо к нашему дому, вернее, к дому нашей бабушки. И расскажи лучше, что вот этот за дом? Это почта и библиотека. Почта и библиотека. Библиотека ты. А, Сбербанк еще. Ты в библиотеку сюда часто ходишь? Да. Написано, не хватает. Ставьте карту, наберите номер. Паутина такая. Видно, очень часто этим телефоном пользуется. Там местный пес называется Тарзан. Тарзан. Тарзанчик лег. Это почта, вот как раз и библиотека. Сейчас она закрыта. Сейчас уже вечер. Коровушка возвращается домой. Коровушка, подожди. Что она одна? Это не соседская коровушка? Ой, что-то у нее слюни как-то текут, смотри. Бешенство? Собака. Теперь посмотрим, что внутри. Значит, тут такой коридор такой. Потом у нас вот это вот такая холодная комната. Называется веранда. Не знаю, для чего она. Такая холодная. Здесь, конечно, кровать. Ну, как бы так, не особо большая. Буквально сколько здесь? 2 метра на 2,5 метра такая комнатка. Всякие вещи. Кровать никому не нужна. Тут, в принципе, никто никогда особо не спит. Если только очень летом, когда очень жарко. Или мы приезжаем, вещи кладем.
потом сама квартира. Кухня. Туалет. Туалет прямого выхода. Раковина. Кухня. Газовая плита. Печка. Холодильник. Комнатка, где дети спят. У нас здесь три кровати. Третья выдвигается из-под кровати. Тоже такая небольшая. Печка-лежанка. Зимой она топилась, когда другая бабушка, прабабушка наших детей была жива. Она здесь жила круглый год. И зимой топила эту печку, и здесь было тепло. Но наша бабушка использует только летом, как дачу этот дом, поэтому эту печку не топит. И большая комната сама. Мальчишечки сидят за компьютером. Что-то там интересное смотрят. Тоже не особо большая, но тем не менее. Тоже стояк печки идет. Так что тепло. А это приготовлено нам. Огурчики, помидорчики, икра кабачковая и огурчики. Это мы возьмем с собой кушать.